Ребята, всем привет! И в этом мире все спокойно. Но пока мы это не узнаем. В этом мире есть дома, всякие разные животные. Даже наша студия. И есть акулы. Всякие гиганты. Ну, короче, увидите в этом ролике. И сегодня со мной Миша. Только я не смогу зайти. Всем привет. Ну, всем привет. А чё у тебя такое? Сам не знаю. Ладно. Чё за гиамс вот это? Да я тогда сниму. Это что? Это что значит? Ауто-джамп. Это как? Автоджамп. Это прыгать авто. Автопрыжок. Автопрыжок. Это где? Это вроде... Вот. У тебя включено. А, да. Как играть? И фов, это что? Видео. Это не надо. Это сколько, типа, вот этих надо. Ладно, ищи что-нибудь тут. Кстати, что у тебя творческий? Кстати, да, надо выключить. А тут нельзя. Что нельзя? Нельзя сделать. А, так нет, у меня приключение вообще стоит. Вот, я ничего не могу ломать. Так. Ой, ё-мо. Крабский морской котик. Морской котик, это свинья морская какая-то. Ты чё на неё зашёл? Я не знаю. Ты к ней зашёл, или чё это? Here on Africa's southern coast, seals risk their lives every time Что? They set out. Ты за неё? Я морской котик! Вау! Я тоже хочу кем-то стать. Сейчас зайду только. Проловите сквозь косяк рыбу, чтобы съесть и заполнить. Есть. Короче, мне надо кого-то съесть. Опа, съел одну рыбу. Ты не можешь съесть. Вот. Это не рыба. Вон белая. О, съел. Ты не съел. У тебя вот сверху заполняется. Это что-то появляется. Как съесть? Я хочу стать мегалодоном. Оп, съел. Сейчас мегалодоном стану. Наверное. Ты тоже зашел ко мне? Да. Ты ко мне зашел? Да. Или... Есть мегалодон. Стой, ты ко мне зашел? Да, или ты к себе? К себе? К себе. Как? Ты же сказал, не можешь. Да у меня что-то. Here on Africa's southern coast. Ищите крабских морских. Это что, я акула теперь? Это ты? Стой. Я могу укусить? Я, короче, вверх поплыл. Это... Точнее. Это ты, Миша, здорово! Мы еще на поверхность выбраться не можем. Надо, короче, съесть рыб. Здесь надо всех убивать. И рыбки. Рыбки. Оп. Как я быстро плаваю. Можно я съем? Что подобрал? Нифига ты вертишься. Not this time. Не в этот раз. Чего не в этот раз? Вы что, умерли от голода? Нет. Но не каждая охота завершается удачно. Закончится. Так, все. Мы, короче... О, сундук. Нифига себе! Дай мне шоколадки. Бананчик. Дай мне шоколадки. Лед. Бери. Вот, и бананчики. Тут, короче, смотри, можно кем угодно стать. Кем ты бы стал? Сейчас я посмотрю. Вот, тут вообще выбор сложный. Чего мы сами кем-то... Ладно, я зато бананчики взял. Чего? Да чего? Это нечестно! Это нечестно! Это я выбрал. Я теперь... Такой... А я не могу выбраться. Максим! 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 Стоп, а как выбраться?
Я не знаю, я, короче, к берегу. Оп, я только что вылез. Опа, опа, опа. Короче, что нам делать? Перейдите на другую сторону воды, чтобы добраться до отца. До отца. Ну что, отец есть? Not this time. Да ну ё-моё, ну, что это? Сейчас, Миш, можно я нажму? Ладно. Ну, с хорошего выбору, чё. Чего? Хорошего? Где? Вот. Сейчас дай-ка я выберу. Выбирай. Ну, Миша! Я леопарда сделал. Так я хотел выбрать. Мы должны оленя сейчас сжигать. They support the greatest concentrations of large animals. Вау! Придите на точки своей, добейтесь точки, чтобы начать охоту на импал. Да почему? Чё за фигня? Да! Чего это? А, надо быть тихо. Надо быть очень тихо. Чего? Я не понимаю, что за фигня. Вау! Не, он нас не слышит. Надо аккуратно спуститься. Тихо, Миша! Я иду. Да кто? Короче, уиу! Уиу, вот тебе и уиу. Чё? Я здесь и ходить могу. Надо, Максим, надо как-то до нуля сделать. Подойди вот так вот к краю. И всё. Чтобы было нулевого. Всё. Чипи-чипи-чапа-чапа, где олени ли? Как отсюда выйти? Мы застряли. Ну-ка, дай-ка я тебя убью. Я с тебя убью. Чих. Драка. Я тебе не убью. Ну как ты упал? Хочешь, я вот так вот. Погоди. Че это такое? Тихо! Че это такое? Погоди. Я упал. Там внутри. Там что, пузыри или что это? Да. Я упал. Тихо! Остановись! Миша! Тихо! Чего? Опа! Да как? Я упал! Только тихо! Я хожу! Тихо! Миша! Не прыгай! Я не понимаю, что это, как это так делать. Не прыгай. Надо, наверное, туда добраться. Что это сейчас было? Тут вот прыгнул вот так. Тихо. Давай попробуем добраться до туда. Сейчас тихо. Ну, звук пропадет. Подожди. Сейчас вот этот звук пройдет. Все. Погоди, не иди. Сейчас он до максимума. Стой. Тихо. Давай, я тебя съем. Я прыгнуть не могу. Ой. Ну как это? А пропиши команду кью. Нет такой. Да, надо с туда добраться. Перейдите от одной точки, сохраненной, к другой.
Пойди, Максим, мы сейчас выберемся отсюда. Тихо. Опа. Тихо. Миша, ну... Я мог перепрыгнуть. Да я там вообще не надо было. Тихо. Миша, я иду. Не беги. Тихо! Остановись! Миша, остановись! Нет. Короче, надо перебраться до туда. Миша, остановись! Тихо! А что ты хочешь сделать? Так тут пока это от кончится. От точки добраться. Так, ну. Как из этого выйти? Not this time. Не в этот ну, раз. Наконец! Фух! Фу, просто бегать! Фига ты это выбрал-то? Я хотел вообще другое. Зачем ты гепардов выбирал? Не знаю. Все, теперь дай я два раза выберу. Собачка. Вот этих вот мы прошли. Собачка. О, бык. Я не успел собачек. Ну что, индюками сейчас будет? Смотри, что можно сделать. Надо волков есть. Я тебя вижу. Это ты? Надо волков. Максим, попрыгай. Я могу вот, вот я. Кабык несется стрелы. Надо, короче, увидеть волков. Задание. А где волки? Вот самую... Я думал, ты волк. Вон волк. Чего не в этот раз? Я видел там волков. Вы отошли от... Дай заново. Там было написано, вы отошли от чего-то. Я знаю, где волки. Пошли за мной. Заметил. Заметил. Я два заметил. Да, я два только заметил. Давай не волков. But finding prey is only the beginning. Хочу полетать. Ты жабу я хочу вы... полетать? Нет. Это что такое? Может, не боем? Летаем. Тихо! Я умею летать, но что-то здесь не так. Почему я лечу вниз? Сейчас я сожру жука. Так просто надо вот так вот вверх подниматься. Почему я сожрать не могу? Чего? Стой, следите за сигналами опасности, защищайте нимф. Что за нимф? Вот, это вот. Защищать. Вау, как внизу красиво. Где? На самом низу. Арил? Нифига. Когда мы это закончим? Я уже не хочу. Как здесь умереть? Надо просто что-нибудь делать. Мадафак. Мадафак это мака, это мака, мака, мака. Чего? Бам, в голову ударился. Бамс. 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 Ты жука за собой таскаешь. Где? Где ты, погоди? Ты с жуком летал. А, это у тебя эта штука сверху. Вот это вот надо. Надо их защищать от этого. Все, он улетел, фух. Газин. Надо лягушек бить.
Бить лягушек ему давать. Нет. Их нельзя бить. Смотри. Надо... Он хочет лягушек. Надо лягушек защитить. Как? Как добыть эти лягушки? Сейчас, почему мы не можем от первого лица сделать? А у меня от первого. Опа, ему помощь нужна. На него нападаю. Иду. Иди нафиг! Ай-я! Отойди отсюда! Он жрет всех! Защищай! Хам, все, упал. Ушел. Там еще нападают! У меня жало большое. Режу вам. Все, ушел. Тут еще их больше. Чего? Надо, короче, вот так вот их вниз толкать. Короче, вот так вот бамс их. Вот сейчас еще появится. Все. Нет. Кому тебе верится? Молитву пони. Ладно, давай закончим видео. Ладно, ребята, на этом будем прощаться. Всем пока-пока!